А кто там? Мне отсюда не видно. Там крылатая тварь в броне. Похоже на валькирию. Валькирия? В Муспельхейме? Не может такого быть. А ты сам посмотри. Сейчас! Приготовься. Доктор Принц!
Свобода. Свобода? Ты уничтожил мою плотскую оболочку. В ответ я могу лишь поблагодарить. Ну ладно. Вальхалла ждет. Прощай. Невероятно. Очень интересно. Кажется, что ее тело было для нее тюрьмой. Она будто бы хотела, чтобы ее убили. Тогда к чему было сражаться? Неважно. Главное, что мы поступили правильно. Надо поискать других валькирий. Других? Они сильнее, чем все, кто нам встречался. Для тебя это полезный опыт. Да, мало кто сильнее валькирий. Он говорит, что за победу над Валькирией он даст доступ к новым испытаниям. Кажется, все мечи вернулись. Спрашивает, готовы ли мы для главного испытания? Сейчас не время для этого. Все-таки, как Один раньше нас узнал, что мы направляемся в Йотунхейм? Один очень умен, а считает себя еще умнее. И он собирает пророчества. Все, что касается будущего, попадает в его коллекцию. Так создается образ всеведущего и всевидящего Бога. Но главное – власть. Власть над будущим, власть над судьбой. Будь его воля, он подмял бы под себя все миры, все страны, все земли. Любое сопротивление он готов задушить в зародыши. Даже если раньше ты не был для него опасен, возможно, он считает, что станешь опасен в будущем. Так что не важно, как он узнал обо всем раньше вас, важно, что он оказался прав. Началось. Вперед! Сзади, Драуга!
Мимир, что еще тебе сказал змей? Похоже, это важно. Да так, он просто сказал, что мальчик как будто ему знаком. Я? Быть не может. О, я согласен, если только, например, он не говорит о будущем. По легендам, во время Рагнарёка Йормунганд и Тор сойдутся в бою, и тогда древо жизни содрогнется и, расколовшись, извергнет змея в прошлое, туда, где он еще не родился. Что? Это просто бред. Ну, я не хотел никого пугать. Где твоя тягловая скотина? В каком смысле где? Я ее съел и даже высрать уже успел. Как ты мог так поступить? А че, у нее молоко кончилось. Она же твой друг. Значит, порадуется, что я сыт. Слышь, парень, ну нельзя быть таким сопливым рохлей. Это никого не доводит до добра. Все, я за работу. Его в руках? Мировой змей? Маловат. Да, но может Тор просто такой большой? Это вряд ли. Мимир, а знаешь историю о великане с огненным мечом? О Сурке Храбром? Конечно. Мы столько говорили о ледяных великанах. Пожалуй, теперь самое время припомнить величайшего из огненных. После того, как из Гинунгагапа возник Эмир, за ним последовал Сурт. Он появился в Муспельхейме, мире огня, и принес в зарождавшийся мир тепло, создав из первозданного огня солнце. Но поговорим о его огненном мече. Сурт храбрый выковал свой меч из огня с одной единственной целью – сжечь Асгард, когда, наконец, придет Рагнарёк. Ему суждено пасть от рук Тора и Одина, но при этом нанести удар, который обратит их мир в прах. А потом из этого праха родится новый мир. Именно этого момента великан и ждет в уединении Муспельхейма, не смыкая глаз и натачивая свой огненный клинок. Храбрый и благородный Сурт, живущий в ожидании своей гибели. Он выбрал служение великому круговороту жизни куда более важному, чем он сам. Если осознать свою цель и обрести терпение, можно не сомневаться, однажды твой день настанет. В другой раз продолжим. Ты слишком рано покинула этот мир. Ты, ходящий в мире живых,
Моя дорогая Гульвик зовет меня. Она мечтает о мире, но ее останки раздроблены. Умоляю тебя, собери Гульвик воедино. Мы должны собрать ее кости? Фу! Магия Гульвик не знает границ. Она может объединить тебя с тем, кого ты потерял. Правда? Как? Сын. Я чувствую твою боль. Поверь, ее магия может построить мосты между жизнью и смертью. Пусть и очень ненадолго. Сын, мы уходим. Они забрали 3 кости, милый Гульвик, и разбросали их по озеру. Принеси мне ее кости. Гульвик вознаградит тебя. А, славно. Резец уже рядом, за этими вратами. Страдает без ее души. Отец, может, все же поищем эти кости? Зачем? Ты не слушал? Мы сможем поговорить с мамой. Если поглядывать по сторонам... Ищи, если хочешь. Я не стану отвлекаться на пустые затеи. А что это за резец такой особый? Знаешь, я рад, что ты спросил. Любопытная история. Жил когда-то великан Тамур, и он был в самом деле великаном. Но, несмотря на свой рост, был, несомненно, лучшим каменщиком, какого видел мир. Тамур гордился этим и надеялся когда-нибудь передать свое искусство сыну. Но в груди юного Хримтура билось сердце воина. Возможно, отец слишком сильно боялся за него, или, напротив, сын мало чего боялся. Так или иначе, они повздорили. И разъяренный каменщик ударил сына. Хримтур убежал в ночь. Сгорая от стыда, Тамур погнался за своим сыном, но был в таком душевном состоянии, что даже не заметил, что в одиночестве бродит по Мидгарду. К несчастью, он привлек внимание именно того, с кем ему не стоило встречаться ночью далеко от дома. Тора. И? Что было дальше? Увидишь. Ты убил его? О, нет. Он упал на деревню? Да. Когда Тамур пал, он раздавил своим телом поселение тех, кто поклонялся Ньорду. Тор кичился, что сделал это нарочно. Но на самом деле мерзавцу повезло.
нужно. Да. А самый кончик. Очень-очень большой лиса. Ничего. Боюсь, заперто магией. Брат, гляди, кристалл снова сияет. О, отличный ход. Спасибо. Его идея. Тамур был ледяным великаном. Его предсмертный вздох заморозил все вокруг. Вот он. Найди кончик резца. В нем вся магия. Впереди враги. Так, вперед! Элгар Хрид! Thank you.
Застывшая смола мирового древа. Основа для светового кристалла. Но где он сам? Ньорду мы подносим дар моря. Тут верили, что Ньорд усмиряет ветра и море для рыбаков. За это его любили и поклонялись ему. Трей, сюда! Да, отец! Лёста! Я что-то вижу наверху. Как спуститься? Есть идея. Да? Ты чем-то удивлен? Без обид, брат, но даже Тор с Мьёльниром наперевес не пробился бы через этот лед. Значит, Тор слабак. Будет занятно. Сын. Готов. Молодец!
стал лучше. Это было нечто. Этот бой. Ну-ка, лови. Ну вот, только зря потратил хорошее яблоко. Как тебя не заметили? Тут нет места, где спрятаться. О, это... Это особый трюк моего народа. Хитрый способ избегать взглядов. Можешь стать невидимым? Скорее могу ненадолго выйти в мир между мирами. Твой разум не может понять, что он видит, поэтому... Не видит ничего. Вот почему нам самим все это оружие, как правило, ни к чему. Да, но на драконов это не действует. Твой брат спрашивал, не отощал ли ты. Ну, еда у тебя есть. Брок спрашивал обо мне? От него сивухой не пахло. Ты снова дал ему топор. Ну, пошли. Вот как Брок попал в храм сразу, как сошла вода. Он был меж мирами. Так, а теперь цыц. Такая важная работа требует полной тишины. Что там за идея? Угадаешь? Ну, наверняка не столбом тут стоять. Верно. Но как идти дальше? Ого, Тамур очень любил украшения. Даже бороду ими увешь. Лично. Но я считаю, что он выглядит эффектно. Ну, для заснеженного трупа. Куда? В этот дом? Да. Внутри найдется чем разбить лед и добраться до резца? Нет. Я еще угадаю. Yeah!
бывал тут в качестве посла. Пытался заключить мир между Асгардом и Ванахеймом. Та война унесла столько жизней. Но я не знал, что Тор уже начал охоту на великанов. Но как война богов касалась великанов? Никак, парень. В том-то и трагедия. Они не принимали участия в этом безумии. Но хуже труса Одина только кровожадный Тор. Дай знак. Вышла. Да уж, и правда, к чему нам таиться? Надо освободить второй ремень. Зачем наверх, если то, что нужно, внизу? Думай. Ну, кончик резца скрыть толстым слоем льда, который не растопить. Верно. И взрывных кристаллов рядом нет, так что это тоже не выйдет. Верно. Остается расколоть лед, но для этого нужно что-то непомерно огромное. А-а-а, я понял. Хорошо. Как развернуть молот, чтобы он упал в нужном месте? Никак. Мы срежем его, съедем на нем вниз, и там уже будем разбираться.
То есть идея положиться на удачу. Если у тебя есть другая, то я слушаю. А дальше? Держись. Плохая идея. Прыгай! Не вышло. Он не долетел. О, нет, пол обвалился. Там чаша с песком, но достанем ли? Ты достанешь. Что там сказано? Коль времени нарушить ход, оно обратно потечет. Обратно? Как так? Эти знаки. Времена года? Да, но их порядок нарушен. Должно быть зима, весна, лето, осень. Зачем начинать с зимы? Мама пела такую песню. О, я ее знаю. Зима! Тихо, голова. Песни. И мы тоже не любим. Ясно? Напиши. Вар, хауст, ветур, сумар. Не-а, неправильно. Сын. Ветур, вар, сумар, хауст. Не вышло, но в маминой песне было так.
Вот. Ветур. Хауст. Сумар. Хауст. Все равно нет. Сын, какой там порядок в песне? Давай. Ветур. Хауст. Сумар. Хауст. Обратно что? Потечет. Конечно. Загадка. Ответ задом наперед. Сын. Хауст. Сума. Вар. Ветур. Дай! Атрей. То слово. Фола. Значит, длится. Попробуй. Фола. Отлично, парень. Пиши еще раз. Фола. Едем! Энергия поднимает платформу. Пиши еще. Фола. 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 Голова. Как это может быть? Я бы сказал, магия времени. Опасная штука. Ваны, высшие боги, раньше могли останавливать время. Сам Нью-Йорк очень любил такие фокусы. Раньше? А потом? Ну, оказалось, что если остановить время, то солнце и луна тоже застынут в небе. А вот волки, которые за ними гонятся и мечтают их сожрать, не застынут. И боги решили не играть со временем. Не добраться! Берегись сзади! Пиши дальше, пока пол не обрушился. Yeah.
продолжай. Тоже нужно разобраться. Готовься, они поднимают нас на половину курса. Спасибо. Я сыну. Да пошутил я, старый ты ворчун. Ну вот он. Как его освободить? Толкнем. Но... Верь мне. Готов? Соберись и толкай изо всех сил. Хорошо. Спрыгнем. Правда? Вперед! Только не бойся. А чего бояться? Я держу. Ты знаешь, что ты чокнутый? Ты цел? Ага. Хорошо. Идем дальше. Должное разрушать твое призвание. Помни это, голова. Помню каждый миг.
они были с Бальдром? Племянники? Да. Магни и Моди. Сыновья Тора. Мама говорила, что асы худшие из богов, а Тор худший из асов. Небось и отец плохой. Они уже не дети. Им нет оправданий. Как же Синдри? Они его не найдут. Большой обеденный зал. Весь Мидгард завидовал. Странно, я помню, что тут был огромный канделябр. Оживлял обстановку. Вон. А, да. Тебе всегда нужно что-нибудь сломать. Как будто бы трон Ярла был как раз за этой ледяной стеной. Приемлемо. Ну
что-то впереди. Видишь, он жив? Но нам лучше исчезнуть, пока не явились сыновья Тора. Что ты знаешь об этих людях? Они боги, ну, полубоги. Так, их отец Тор, матери разные. Их дядя Бальдер, а Один Тенна. У них есть сестра по имени... Оружие. Как они сражаются? О, значит, да, конечно. Маг не силен. Очень силен. У него огромный меч, закаленный громом. А Моди... Я лучше крысу поцелую, чем пожму руку этому гаду. Его палец и щит – дешевая подделка моей работы. По-моему, от них лучше держаться подальше. Но кому я все это говорю?